Вылететь из Охотска вовремя не смогли более 10 пассажиров с билетами на руках. Их не пустили в самолет. Авиабилеты жители северных районов в Хабаровском крае вынуждены покупать заранее. Спрос на них всегда высокий. Рейсы часто отменяют и переносят из-за плохой погоды. При этом самолеты взлетают полупустыми. Трудности перелета в репортаже Ирины Забродиной. Мария Зеленская живет в Охотске. 16 октября ей нужно было прилететь к врачу в Хабаровск, но запись пришлось пропустить. Билеты покупала за полтора месяца. Перед вылетом ей объявили, что в самолете нет мест. Вместе с Марией за бортом остались 14 человек. С грудным ребенком там была женщина, которому было 10 месяцев. Там были люди, которые дальше должны были лететь в другой город. У них уже были куплены билеты. В моей ситуации мне нужно было лететь в больницу, потому что это была заранее спланированная поездка. Места заняли те, кто не смог улететь предыдущим рейсом. Его отменили. Марию также посадили в самолет на следующий день. С удивлением она обнаружила, что в салоне много свободных мест, хотя спрос на билеты всегда большой. Например, рядом со мной я летела, было свободное место. И тоже была непонятная ситуация, почему людям не хватает мест. Отмены и задержки рейсов на севере – явление частое. Вылеты полупустых самолетов перевозчик подтвердил. В компании «Хабаровские авиалинии» объяснили, что рейсы из Охотска и Николаевска на Амуре выполняют самолеты, в которых всего 44 пассажирских места, и 14 оставляют свободными. Такова допустимая загрузка самолета на маршрутах в сложных погодных условиях. Грубо говоря, пассажир весит 100 килограмм, то есть согласно документам всех, то есть 80 килограмм весит, плюс 5 багаж, точнее ручная кладь и 20 килограмм багаж. Ну вот получается, дается загрузка 3 тонны, то есть 3 тонны это 30 пассажиров. Соответственно, 30 кресел мы можем из условий безопасности, то есть безопасного полета из Охотска в Хабаровск, то есть перевести 30 пассажиров. Сколько принять на борт пассажиров и топлива в баке, решают пилоты. В зависимости от погоды. Это и везти, и сажать в самолет в грозу и ветер. Занять все кресла в салоне разрешают, если уверены на все 100, что небо чистое на всем маршруте. Если есть возможность в момент прилета, так скажем, экипажа, который оценил условия уже в аэропорту Охотска, и он может добавить предельную загрузку, то есть, соответственно, тогда могут допродать билеты на этот рейс. По мнению некоторых пассажиров, пилоты вполне могли бы взять несколько человек на свободные места без ущерба для безопасности, если бы не возили дополнительные грузы. В качестве доказательства прислали видео, снятое в аэропорту Охотска. На нем человек в летной форме идет с коробками. По словам представителей авиакомпании, нарушений тут нет. Как и обычные пассажиры, члены экипажа имеют право на перевозку багажа до 15 килограммов. Этот груз учтен, как и багаж пассажиров. Ирина Забродина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».